И здравствуйте, и добро пожаловать в наш дорогой Neverwinterский мир. Это Forgotten Realms, Neverwinter Nights 2, и соответственно мы играем тут на канале Last of War Беларусь, я Last of War. Это наш, ну не совсем дорогой наш, но мы с ним договорились, страж. Ну и конечно же мы идем за Амоном Джера, и заодно нашу боевую подругу нужно тоже спасти, родственницу дорогого Амона. Посмотрим, куда ее утащила. В это подземелье, которое довольно-таки массивное, как мы в прошлый раз узнали, да, и демоническое. Да, с места и в карьер сюда. Ну что же, давайте поговорим. Привет тебе, друг. Привет, мы вроде бы уже встречались, да? Опять этот парень, говорит Нишка. Мифазм. А, Тифлинг, наконец-то ты здесь. Это была не моя идея, поверь мне, но, похоже, наше появление не стало сюрпризом для тебя. Дорогая, если Баатур и учит чему-либо, так это тому, что все уже произошло бесчетное число раз. В конце концов, кровь притягивает кровь, в этом скрыта большая сила. Ну что ж, это определенно не совпадение, правда? Что ты здесь делаешь? Я снова заточен против моей воли. На этот раз моя клетка больше и прочнее. Я освободила тебя, и вот ты снова в заточении. Тебе придется объясниться. Да, я полагаю, что ты недоумеваешь. Почему сначала ты нашла меня в комплексе Гессианки, а теперь здесь? Зловещий чернокнижник, который призвал демонов в комплекс Гессианки, где мы встретились в первый раз, устроил здесь свое логово. В центре логова находится лаборатория, где он использует энергию, которая высасывает из пленных демонов и дьяволов. Здесь есть другие демоны и дьяволы? Да, нас шестеро, я знаком только с двумя, об остальных я мало что знаю. Ты бежал из одного круга только чтобы оказаться в другом, похожем круге? Ты намекаешь на то, что я был не совсем честен с тобой, и ты права, этот чернокнижник – хозяин Заксиса и меня, а также всех остальных. Это чернокнижник, а не Гессианки, призвал меня в пещеры. Если Заксис не справился с задачей, то я должен был не дать Гессианке пройти дальше портала. Заксис, говорит Нишка. Когда ты пришла, я понял, что это возможность обрести свободу, но я подозревал, что ты не поможешь мне, если узнаешь, кто управляет мной, так сказать. К сожалению, вскоре после моего бегства чернокнижник снова нашел меня и позаботился о том, чтобы мои узы стали неуничтожимыми. И есть ли способ освободить тебя, если, конечно, я захочу это сделать? Меня может освободить только сам чернокнижник или потомок Амона Джера. Такой человек может повелевать энергией этого места, но, насколько я знаю, род Амона Джера вымер. Не говори мне, будто ты не знал о том, что Шандра – потомок Джера. Похоже, ты знаешь что-то, чего не знаю я. А я-то думал, как тебе удалось попасть сюда. Но если Шандра с тобой, то где она? Я не вижу ее среди твоих спутников. Она исчезла после того, как мы попали сюда. Ты должен найти ее. Здесь ей угрожает страшная опасность. Почему? Она же Джера. Разве она не должна быть здесь в безопасности? Я сказал тебе все, что мог. Боюсь, я уже сказал слишком много. Понятно. Ты можешь помочь мне найти Шандру? Несомненно, ты разочарована тем, что я выделяю тебе знания по крупицам, но у меня нет выбора. Я помогу тебе, чем смогу. Я не знаю, где Шандра, но я надеюсь, что она найдет дорогу сюда, прежде чем наткнется на других демонов и дьяволов. Так, ну а рассказать о других демонах ты мне можешь? Я могу рассказать тебе о двух. Одна – Бладен, лидер суккубов. Она столь же опасна, сколь и соблазнительна, будь начеку. Другой – Баал-Бисан, Балор. Он настолько уверен в своих силах, что не позаботился о том, чтобы вызвать слух на подмогу. С особенным презрением он относится к женщинам. То есть в данном случае практически к большей части нашей честной компании, ну за исключением Сэнда. Многие демоны и дьяволы используют своих слуг, чтобы сражаться друг с другом.
хотя это и бессмысленные занятия. Они заточены в этих кругах и сами не могут причинить вреда, и им никто не может повредить. Если это бессмысленно, то почему они сражаются? Эти мелкие стычки – всего лишь незначительные эпизоды войны крови. Что такое война крови? Это война порядка против хаоса между девятью кругами ада и бездной. Обычно битвы происходят на серых пустошах преисподней, но могут начаться в любом месте, где встретятся демоны и дьяволы. Это место использует раздор между демонами и дьяволами. Постоянная борьба двух сторон приводит к выделению огромного количества энергии, и этой энергией пользуется хозяин этого места. Я думала, это убежище придворного чернокнижника. Чем бы ни было это место раньше, но сейчас оно переделано в эту тюрьму. Если ты хочешь покинуть это место, то тебе нужно попасть в лабораторию, которая находится в центре. Видишь портал в углу? Он позволяет мне призывать слух из моего родного мира, если я захочу этого. У других есть похожие порталы в своих комнатах. Можно использовать энергию портала на другие задачи, например, переместить тебя в лабораторию, но моих сил для этого недостаточно. Тебе нужно убедить еще троих помочь мне. Это будет нелегко. Эти трое могут попытаться задержать тебя или манипулировать тобой. Ну и как же мне их убедить? У меня нет простого ответа на этот вопрос. Другие дьяволы будут помогать тебе. Неохотно. Если только это не отвечает их интересам. Но ты в уникальном положении. Мы здесь в ловушке. А ты можешь свободно бродить по этим залам. Как это мне поможет? Демоны и дьяволы продолжают свою вековечную борьбу даже здесь, стравливая друг с другом своих слуг. Если тебе удастся поставить одного демона в отчаянное положение, то другой может согласиться помочь тебе. Я сделал все, что мог. Иди быстро и будь начеку. Ага, окей. Посмотрим. По крайней мере, я могу перемещаться. And just when I was growing tired of the Jero blood, a new vein appears. How did I get here? My dear, this entire haven is tied to the Jero bloodline. I imagine you got here exactly how you entered. My friends, where are they? Around, no doubt. Probably not having as easy a time as you, I expect. But let us chat for a moment, you and I. There is so much we should discuss. Понятно. Шандра там, и ей пытается промыть мозг, чтобы, видимо, уговорить ее освободить одного из этих демонов, дьяволов. Кто там есть кто? Мы непременно узнаем в будущем. Но пока что наша честная компания всего лишь продвигается. Вперед. Ага. Балбиса. Собственно, персоной. Ну что ж, пойдем проведаем его, правда? Оно подходит, чтобы я мог рассмотреть его. Нишка. Демон Балор, будь осторожна. Один неверный ответ, и мы уже не зададим ни одного вопроса. Просто будь спокойна и держи себя в руках. Что это за существо? От него воняет Баатезу. Она женщина? Скорее всего. Ведь она слишком слабая. Слабая. И вот уже Днишка не может проявить спокойствие. Ну а что же, посмотрим, куда это ведет. Это просто смешно. Я стою здесь, а ты заключен в этом магическом круге, полоумный лизоблюд. В следующий раз, замечает Сент, когда мы пойдем в лабиринты, полные смертельно опасных демонов, я попрошу, да и более импульсивных спутников, остаться снаружи. Хороший совет. Но Балбисон продолжает. Она думает, что смелые слова делают его лучше. Это просто маленькая частица зла, мелкая кровососущая мошка. Баатезу, да еще и женщина. А как ты попал сюда? Они пообещали тебе дюжину кубов с кровью и серебряную тарелку с лошадиными кишками. Если так, то надеюсь, что круг тесно сидит на тебе, любитель гнилого мяса и гноя. Моя подруга права, Тнар Ри. Ха, вот как. Значит, ты думаешь, что можешь оскорблять меня и называть меня слабой, а сам можешь только болтать. И, конечно, мы заработали влияние на Нишку. Расположение Нишки меня интересует несколько больше, чем вот этого ублюдка. Так что вы уж меня извините.
Балбисон продолжает. Полукровка, это очевидно, но та, которая приказывает полукровке. У него визгливый голос, как у женщины. Но так же, как и у представителей малых рас, смертных, она женщина? Это действительно важно? Должно быть, оно очень глупое, если не знает, является ли оно женщиной. Я буду думать, что оно не женщина, несмотря на хрупкое телосложение и визгливый голос. Окей, it works, I suppose, да? Мы можем с этим работать. Почему оно подходит ко мне? Ну давайте, может быть, мы пораспрашиваем сначала о демонах и дьяволах. Я чувствую, что это будет очень длинный эпизод, не в последнюю очередь благодаря всем этим разговорам. Но действительно, мы знаем только о двоих других, да, плюс еще тот исходный, с которым мы говорили, Мефазм. То есть это три, а есть еще три, да? Если их шесть, если я не ошибаюсь. Это ниже меня, они практически не заслуживают упоминания. Только Хезебель раздражает меня, и поэтому заслуживает больше внимания, чем обычная женщина. Кто такая Хезебель? Хезебель – непостоянная женщина, которая посылает своих эриний, чтобы они мучили меня своими визгливыми голосами и сладкой вонью. Это любопытно. Я бы, честно говоря, помог лучше ей, потому что этот засранец, который слишком много о себе думает, честно говоря, меня как-то раздражает, а с ней, может, можно договориться? И она не будет смешивать нас с Авном, да, значит, с первого взгляда. Давайте пока что, может быть, три. Может быть, это слишком жесткая реплика, да, твои проблемы меня не касаются, но может, мы сможем еще продолжить. Тогда она такая же бесполезная, да, whatever. Будем надеяться, что это не тупик, но мы еще посмотрим. И идем сюда. К кому? К Хезебель. Отлично. I don't believe you. My dear, what you believe hardly matters. You reached here, did you not? I would think that was proof enough. So I can travel anywhere within this sanctuary. I can rejoin those I came with? Eventually. Yes. It may require some practice. But you may find travel here erratic. This entire place has many locks and seals, their power drawn from the demons and devils caged here. Finding the right path may take time. But my friends can't? They will have a more difficult time. Yes, I think they will soon envy you when they discover the power you have. Go on, set your will to it. See what you are capable of. Imagine traveling elsewhere within the Haven, and so the chase begins. Not a moment too soon, it seems. More guests are about to arrive. Да, больше гостей. Это сама Хезебель, что ли? Давайте-ка посмотрим. Может быть, она не такая жняшка, как мне казалось. Хотя мне пока что... Немного оказалось, однако, Эринии. Хм, стой, сестра, не бойся нас, наша госпожа будет говорить с тобой. Ха, ну что же, я пойду с вами, но одно неверное движение, и вы все мертвы. Они хотят, чтобы ты пошла за ними, но не доверяем, Эринии мастерицы обольщения и манипулирования, как мы уже видели в катсценах. Посмотрим, к чему это приведет. Мудрое решение, следуй за мной. Пошли, пошли. И, кстати, нам не мешает сохраниться, потому что все эти диалоговые выборы могут нас привести в другое место. Здрасте, здрасте. Ага, черненькие крылышки местами. Почерневшие, это она и есть. Сестры, что вы принесли мне? Это новая игрушка? Это смертные чужаки, дражайшая Хезебель. Они пришли от Балбисана. Итак, Балбисан пользуется услугами примитивных видов. Скажи мне, какое поручение он дал тебе? Никаких заданий. Я пытаюсь изменить портал с помощью тех, кто заточен здесь, чтобы попасть в лабораторию. Какая смелая, интересная мысль. Да, я могу помочь тебе в этом деле. Говорят, что если разозлить Балбисана, действительно разозлить, вывести из себя, то он произнесет истинное имя своей матери. Так, словно это ругательство. Я бы хотел узнать это имя. А узнаешь его, конечно, ты. Тебе нужно истинное имя его матери? Зачем? Чтобы обладать большей властью, зачем же еще?
Этот демон хранит секрет и думает, что никто о нем не знает, но он ошибается. Ты получишь награду в ближайшем будущем, если выведаешь секрет Балбисана, то я смогу помочь тебе попасть в лабораторию в знак моей признательности. Значит, услуга за услугу. Давайте пока что мы посмотрим все варианты. Пока что я так не думаю. Ага, окей, whatever. Мы походим еще. Еще один небольшой переход. And what is this? Step forward, little tool. Let Koroboros look upon your features. Ah, a gift. After all this time, I am touched. Tell me, little one, how did you get here? I'm not sure. A demon has told me I could travel anywhere in this place, and suddenly I was here. Blood powers this place, girl. Now, here you are of your own free will, and the balance shifts. What balance? This place is powered by the presence of the Beatazoo and Tannery held here. It is what permits you to travel as you will, and grants power to the one who commands us. And who is that? A powerful wizard, one whom your friends have hunted for some time. He has thwarted your efforts time and again. He is lord and king of this place, one forever linked to Shadow. I think his name is already known to your friends, and perhaps you as well. The King of Shadows is here? But then he better be prepared for a beating. My friends in here have handled a lot worse. My dear, as long as we remain in our summoning circles, the one who commands us will rise from every defeat anew, more powerful than before. And that does not bode well for your friends. Ну, этот тип тоже такой специфический, но может быть менее специфический, чем вот тот кусок говна. Да, вот где-то тот. Поэтому мы все-таки пройдем дальше. Так. Элементали. Конечно, с ними нам придется сразиться, правда? Но ничего, я думаю, мы переживем эту небольшую стычку. Так. I can do that. Да, я уверен, что ты можешь этим заняться. Например, наложить небольшую магию на некоторых уязвимых наших друзей и подруг. Ты пока пойдешь сюда. Ну а мы вдвоем будем как-то отдуваться. Так, хорошо. Теперь небольшое проклятие. Так. Как я? Не скастовал еще. Окей. Yay, let's attack. Да, я тоже хочу атаковать. И для этого мы для начала призовем меч. Потому что это еще один боец. По ходу дела. Так, с Джаэф она себя чувствует, ну не то чтобы плохо, но ее сбили с ног. К сожалению. Поэтому мы обойдемся бурями. Всякими разными. Правда? Хорошо. И вспышка солнца, может быть, даже. Вы, ребята, не трупы, но, может, она на вас подействует. Окей, так-то оно гораздо лучше. И мы можем подобрать трофеи. Ну что ж, счастье подобрали, а здесь сундук. А в сундуке, конечно же, ловушка, но у нас есть специалист, или если угодно, специалистка, по всяким таким вещам интересным и опасным. Так что мы воспользуемся ее услугами, а здесь есть кое-какие вещи, возможно, что и хорошие. Дайте-ка я возьму. Счастье. Я в таком разбираюсь, а по части этого мы можем просто сохранить... в карманцах. Волшебство. Ну, по волшебству у нас есть Сент. Коготь Найтсифа. По-моему, у нас уже такое было. 1d6 электро, плюс 2 усиления и бой с оружием. Угу, и синий свет. По-моему, у нее такое было раньше.
Ладно, разберемся потом. Кинжал карман не ценит, и он довольно дорогой, так что нам пригодится. А еще стол есть, но на нем ничего нет такого, что можно взять. Так что мы продолжим путь. Пошли, пошли, пошли. The King of Shadows can't be unbeatable. There must be some way I can reach him or my friends. The one who commands us does not entertain guests, and his control of this place surpasses yours. I doubt he knows an insignificant speck such as you is even here. Then I'll get his attention somehow. Oh, you could try, but I am certain his energies will soon be consumed with murdering your friends. And after that, he will no doubt crush you beneath his heel as an afterthought. A shame. I've rather enjoyed our brief time together. He's not stopping them, and he's not going to get me. And your plan? I'll think of something. Spoken as if time would wait for you. It will not. But you will realize that soon enough. Mm-hmm. Очередная часть разговора. Ну а теперь мы поговорим, если никто не против. Ты! Заксис не может понять, как тебе удалось пробраться сюда. О боги, только не этот идиот, возмущает Нишка. Как ты смеешь так говорить с Заксисом? Заксис раздавит тебя голыми руками, он порвет. Слушай, это, конечно, очень смешно, Заксис это, Заксис то, но говорить нужно по-другому. Клянусь всеми богами, ты что, тупой? Если ты называешь себя по имени, когда говоришь о себе, это верный знак, что у тебя с головой не все в порядке. У тебя отлично получается, Нишка, но позволь мне разобраться с ним, ладно? Ага, слышала, она ни разу не звала себя по имени, когда говорила со мной. Ты подожди, хозяин придет и раздавит тебя, а затем отдаст твои останки Заксису. И я рада тебя видеть, Заксис. Если бы Заксис не был в ловушке, скоро Заксис полакомился бы твоей плотью в кишках бездны. Да, конечно. Помоги мне попасть в лабораторию, хорошо? Что? Ты хочешь, чтобы Заксис помог тебе? Клянусь всем жаром ада. Зачем Заксису помогать тебе? Ну, я могла бы помочь тебе против твоих врагов, да? Ты же борешься с ними. Враги? Ты враг Заксиса. Заксис ненавидит тебя сильнее, чем Хизабель. Карабороса и хозяина вместе взятых. Караборос? Ненавистный враг Заксиса. Его гончие обглодают твои кости, если сначала этого не сделают слуги Заксиса. Окей, но я думаю, мои друзья как-нибудь справятся с этими ушлепками. Честно говоря, мне что-то подсказывает. Ну, а если нет, то я им помогу тоже. Эй? Мяч у нас уже есть. Да, это его немножко утяжелили, но мы с этим как-нибудь справимся. Кроме того, я хотел бы, наверное, даже что-то на себя скастовать. Потому что это было бы неплохо. А ну, а эти ребята, похоже, не такие уж и страшные. Кошмарные. Здрасте. Чё, горе на шум пришел. Ладно. Давайте ты отойдёшь. Ряд? Не, не хочешь. Ну ладно, у нас есть другие дела. Лучик? Нет. Он такой непробивной, конечно. А с другой стороны, сделаем малое рассеивание меня. А то у меня тут куча негативных эффектов. Окей. Лучик солнечный поможет, нет? Как вы считаете? Не очень. Однако он тяжело ранен, так что это небольшая проблема, мне кажется. А, ну, несколько более большая проблема, чем мне казалось. Окей, whatever. Давайте я отойду, и мы призовем одного из этих существ, а там у меня довольно много свитков разных, которые просто тупо простаивают. И это даже как-то уже почти анекдотично. Так. Боль
больше хорошего и разного. Мы поможем немножко нашим друзьям. Кроме того... Sure, I can do that. Давайте молот богов применим. Может быть. Как вы считаете? И немного огня. Так. Больше магии. Ну, магию он отражает довольно неплохо, однако мы с ним справились. И теперь мы можем отдохнуть. Интересно, от него что-нибудь хорошее осталось? Да, есть кое-какие фрагменты. Ну что ж, с ним каши не сваришь, похоже. Так что мы отправляемся вперед. What is this delightful creature? Are you a present from our master? He is not in the habit of granting gifts. He will not listen to me. Is there any way to reach your master? No, not for you. And what would you say if you could? Tell him to surrender. Let my friends alone. You are here with friends? Oh, you might have a better chance of getting them to listen than our master. Is there a way to speak to them? My, you have strong feelings for them indeed. Go on, that should be enough. Simply think of them. Perhaps you can speak to them, but I do not know how long the connection will hold. Oh, and don't teleport around. It will ruin your concentration. Can you hear me? Chandra? This place is sealed by demons and devils. But listen, they say that their lord is unbeatable. Оставайся там, где ты сейчас. Мы попытаемся пробраться к тебе. I don't think we can get to each other yet. I've tried. This place is difficult to figure out. Be careful. I don't think they were lying about this. Killing our master? Oh, it's not impossible. What? I... Humans are so easily distracted. Now I'll have to wait. Новое лицо. Окей, а у нас адские гончие. Не наши адские гончие, но пока что они на нас не нападают. Так что это приятная перемена, да? Или не совсем? Нет, к сожалению, нападают просто не сразу. Ну ладно. Окей, whatever. Так. Теперь что? Небольшая помощь. Похоже, тяжелую артиллерию нам пускать не придется. Окей. Вы, ребята, слабенькие. Ну ладно. Я компоненты, конечно, подберу. Что ж, добро пополудать. Так, ну а мы... Пока мы можем пройти, наверное, куда-то туда, да? Но пока что... Зайдем немножко в сторону. Потому что у нас здесь ловушки есть. У них здесь ловушки есть. И может быть есть что-нибудь хорошее, вкусное. Стойки для оружия. Привет, Мишка. Ты как раз занимаешься, да? Это хорошо. А давай ты пойдешь впереди. Ты такие вещи лучше меня замечаешь, и это не бесполезно. Вот, например, вот такие вещи. Ну и там может быть больше счастья заминированного. Правда? Давайте на секунду посмотрим и приберем все к рукам. Indeed. Некоторое обмундирование. Молот огняка, безымянный свет, маска черепа и доспех радуги. Доспех радуги плюс один, но дает сопротивляемость холоду, огню и электричеству. И он тяжелый, так что мне не подойдет. Маска черепа — это шлем. Перц смерти один раз за сутки. Ну что ж, это любопытно, но против людей, а с людьми мы в последнее время не так часто сталкиваемся. Вот ей можно было бы отдать, да? По идее, теоретически. Да, потому что шлем или маска — это же не броня.
Очень даже. А значит, штрафов она не влечет за собой. Договорились. Безымянный свет — это полуторный меч против зла. Да еще и плюс 5. И да, он заточен довольно неплохо. Может быть, он уйдет потом в распоряжение Шандры, если, конечно, у нее будет душа к этому лежать. Потому что, по-моему, я ее сосредоточил на коротких мечах. И у нее и так довольно хороший. Но, в крайнем случае, это деньги, на которые мы крепость будем прокачивать. Ну и молот огонька. Средний такой молоточек, который на страх и свет. Синенький. Синий — это хорошо. Но так вообще не очень. Глянем, что за дверью. Больше бесов. Ха. Ну, ловушка, хрен с ней, с ловушкой. Это она обезвредит, да, наша подруга боевая. И сундучишка, и бес. Ну, давайте мы сначала на сундук посмотрим, а потом на беса. Угу, всего лишь немного денег. Древняя книга. А. Бес. Не реагирует. Похоже, в воздухе без движения. Он смотрит на шкаф. Древняя книга. Ну, это просто зелье. А вот древняя книжица, может быть, это что-то более особенное. Изучить. Активировать предмет неограниченное использование. И текст написан на давно забытом языке. Обычно это не означает ничего хорошего. Так что мы сохранимся. И воспользуемся. Может быть. Да. Давайте Сент попробует. В книге содержится список фраз на языке, которого вы не понимаете. Похоже, 7 страниц можно вырвать и использовать в качестве магических свитков. Знание. Успех. Это книга, в которой собраны древние благословения. Вам удается расшифровать общий смысл фраз. Для чего они действительно нужны, остается загадкой. Определение заклинаний. Осмотреть книгу и попытаться понять ее предназначение. Неудача. Очевидно, что книга волшебная, но вы не можете узнать ничего о ее функции и принципе работы. 24. И 24 не хватает. Вот же ж, блин. Ладно, пока что я не знаю, что с этим делать. Я не хотел бы книгу эту открывать просто так и жать что-то вслепую. Может быть, это больше значит все, чем мне сразу кажется. Надеюсь. Поэтому мы просто пройдем вперед и будем надеяться на лучшее. Привет. Караборос. Посетители? Это такая редкость в наши дни. Нишка. Это пещерный демон. Никогда не понимала, что на уме у этих ребят. Они всегда что-то замышляют. Сент. Я так рад, что он внутри круга. И хорошего круга. Тот, кто нарисовал этот круг, не был обычным придворным магом. Итак, смертная, что я могу сделать для тебя? Что ты знаешь о хозяине? Могущественный, безжалостный, неудержимый. Он похож на человека, но я подозреваю, что он уже что-то большее, гораздо большее. Это все, что я скажу тебе о нем. Мне нужна твоя помощь. Я хочу открыть портал в лаборатории. А, заговор против хозяина, да? Смело. Смелое самоубийство. Я готов помочь тебе в этом деле, но, как ты понимаешь, сначала я потребую от тебя плату. Мои условия не подлежат обсуждению. Дай угадаю, ты хочешь натравить меня на одного из демонов? Не прямо, нет, это более личное дело. У меня есть один бес, он мои глаза и уши в этом месте. Я уже давно не видел его, и поэтому хочу, чтобы ты нашла его и вернула сюда. Я нашла его в одной из комнат, он находится у какой-то книжной полки, но он парализован. Книжная полка, говоришь? Любопытно, интересно, что он там делал. Если хочешь, я могу попытаться снять его заклятие. В самом деле, это было бы целесообразно. Возвращайся, когда закончишь. И типа, одно из этих заклятий, наверное, может снять, ну, то, которое в книге. Это странная магия с него. Да черт возьми, как? Я, конечно, могу несколько раз ошибиться, да, полагаю, наверное, но... Так.
Ну, по крайней мере, у нас есть описание, да, всего этого счастья. Концентрация, свобода, заточение, верность, милосердие, воодушевление. Как вы думаете, чтобы его освободить, нужно свободу прочитать? Или заточение, чтобы заклинание, заточение пало, которое на него, наверное, уже наложено? Ну, давайте попробуем 3, а там, если не получится, то 2. Это, наверное, самое такое очевидное. Ага, да, оказалось, что так оно и есть. На службе Короборосу. Свобода, спасибо, теперь ухожу. Нужно найти больше секретов. Окей, договорились. Это значит, что наша часть сделки выполнена. Ну что, совсем неплохо, не так ли? Привет, дорогой. Мой слуга, ты нашла его? Да, я освободил его. Он нашел какую-то книгу, прочитал в ней не ту фразу и оказался в плену. Любопытно. Ты покажешь мне эти фразы? Зачем мне это делать? Если они помогли освободиться твоему бесу, то с их помощью ты и сам можешь обрести свободу. Круг, который связывает меня, слишком сложен, чтобы разрушить его с помощью простой магии. Я просто интересуюсь. Ну, я могу загрузиться и попробовать другой вариант, не так ли? В этом преимущество синглплеера. Ладно, окей. Очаровательно. Храни ее. Возможно, некоторые из этих фраз окажутся полезными, скажем так. Что за фразы? Остальное ты додумаешь сама. Хозяин будет недоволен, если я обучу тебя пользоваться таким ценным инструментом. Спасибо за совет. А теперь портал? Отлично. Ты понятия не имеешь о том, как ты помогла мне. Как мы и договаривались, я помогу тебе открыть портал в лабораторию. Ну что ж, я по-прежнему могу воспользоваться книгой, правда? Ладно, портал в нашем распоряжении, но нам ведь нужно еще нашу подругу найти, так что давайте посмотрим, что впереди. Ага, впереди суккубы. Ну, конечно, блин. Благословение. Ты, дорогой, давай возьмешь на себя некоторую защиту, да, от всего хорошего и не очень. И вот на наших магических лиц тоже немножко. Окей. Теперь мы призовем мечик, который может нанести, наверное, какой-то урон, правда? Вот так. Ну а дальше мы попробуем что-нибудь хорошее. Вы не очень зачарованы сейчас, на данной стадии? Нет, не очень. Самое то. Давайте-ка. Ага. А это вкусно. Кому жареных суккубов? А замороженных? Так, и целая горсть зелий. Отлично. Здрасте, здрасте. Бладен. Отлично, ты заслужила право на аудиенцию. Нишка, осторожно, она суккуб, они очень переменчивы. А то, что их развлекает, поверь мне, ты не хочешь знать об этом. По крайней мере, я не хочу говорить об этом. Сент, держись от нее подальше. Если в этом самом деле суккуб, то я лучше всех могу противостоять ее обаянию. Пожалуйста, говори. И постарайся, чтобы было интересно, а? Кажется, ты не расстроилась, узнав о смерти своих слуг. Это просто расходный материал. Я держу их при себе просто для развлечения. Но я так тоскую по мужской компании. В своем виде ты самка. Ты привела с собой самцов? Постойте, у тебя все-таки есть интересные спутники. А это что за малыш? Малыш? О, это я, говорит Сент. Какие у тебя изящные уши. Полагаю, они свидетельствуют о благородном происхождении. Кроме того, я слышала, что у вашего народа по форме ушей можно определить способности к магии. Ну, это просто слух, но в моем случае он соответствует истине. Я действительно довольно могущественный и талантливый маг. Позволь мне посмотреть на твои уши поближе. Подойди ближе. Просто не обращай внимания на этот круг. Какое великолепное предложение. Подожди, я сейчас подойду. Очнись, это обман.
О, ты испортил мне все удовольствие. И ему тоже. Знаешь, я бы вернул его тебе. Частично. Ну, мы здесь не для того, чтобы развлекать тебя. Ты уж извини. А у тебя был такой потенциал. Слуги. Ко мне, слуги, развеселите меня. Ну, договорились. Если вам так хочется, то мы ж можем повторить, да? Достаточно успешно. И ты, дорогой, давай ты не будешь тащиться на пролом. Было бы неплохо. Окей. А это что такое? Скорость движения понижена. Ну, это, конечно, неприятно, но не смертельно. Что мы можем в свою очередь сделать? Я мог бы их проклянуть немножко, чуть-чуть, да. Или, по крайней мере, навесить нависшие клинки. Ah, it seems we have new friends. И небольшой лучик, да? Какой-нибудь. А? Illithid, mind flayer slave. Спокойно, ребята. Вроде бы это все. Indeed. Ха, ну что, еще поговорим? О да, это было так интересно, почти так же захватывающе, как и набег адских гончих Караборуса. Понятия не имею, почему Караборус перестал нападать на меня. Я бы сама спросила его, но я не могу выйти из этого круга, а его псы убивают моих посланцев на месте. И что же? Я вижу, ты хочешь, чтобы я все придумала. Может, ты отправишься к Караборусу и убедишь его отправить ко мне еще одну стаю его псов? Хм. Что же, звучит заманчиво, портал у меня уже есть, так что почему бы и нет? Конечно, да, а взамен я помогу тебе попасть в лабораторию, которая тебя так интересует. Поторопись, к твоему возвращению я соберу слух и подготовлю все для бойни. Звучит, конечно, любопытно. А там у нас мефазм, так что мы прошли полный круг. Ну, давайте впутаемся в один маленький такой вот квестик, в одну очередную переделку. Наши дела с тобой окончены, да, со мной окончены, однако Бладен просит меня передать тебе ее просьбу. И что теперь? Что она задумала на этот раз? Она скучает по битвам между твоими гончими и ее суккубами. Ну надо же, все попытки ослабить и унизить меня такие жалкие и очевидные. На самом деле, я думаю, ей просто хочется увидеть хороший бой. А почему ты думаешь, что я пошлю свои войска против Бладен, если за другим углом сидит Заксис? А ты будешь ждать, пока Заксис и Бладен не нападут на тебя одновременно? Бладен сотрудничает с Заксисом? Хм. Это очень похоже на нее, создавать такие альянсы. Ну что ж, я выделю часть сил для этого рейда. Веди их к победе. Пойдите ко мне, мои славные. Вам предстоит полакомиться плотью суккуба. Не стоит недооценивать Бладен, она весьма коварна. Я думаю, вместе все мы как-нибудь этих тварей одолеем, правда? Я надеюсь. Так что пройдем сюда, я немножко отдохну на всякий случай пожарный, да, чтобы у всех все точно возобновилось. Потом мы зачаруем немножко всего счастья. Так. Так. Еще одно и небольшую помощь, чтобы нам было еще веселее. Возможно, на этот раз больше суккубов будет. И они будут посильнее. Пошли. Здрасте. О, великолепно. Это будет отличное зрелище. Итак, на какой стороне ты хочешь сражаться? Ну, мы тут договорились с гончими. Я разочарована, но не удивлена. Сейчас я позову своих слуг. Мы устроим великую битву. Ха-ха. Вот так. Я могу просто наслаждаться, в принципе, сражением, да? Потому что пока что их отчитывают довольно-таки легко. Еще немного, и наша победит. Вот так, демоническая резня. Ты так порадовала меня.
я сделала все, что ты просила. По нашему соглашению, ты должна была убедить Караборса снова провести рейд на моей территории. Ты выполнила свою часть договора. Обычно я не придерживаюсь условий контракта, любого контракта, если честно. Но ты так порадовала меня, что мне хочется побыть щедрой. На этот раз я тебе помогу. И еще, ты можешь доставить мне огромное удовольствие, помучив Хезру, которая тоже заточена здесь. Я с радостью сообщу тебе ее истинное имя. Постой, ты говоришь о Заксисе? Он? Это она? В самом деле, раньше она была Марилитом, но она просто не была создана для этого. Ты только взгляни на ее потомка, этого жалкого Балора Балбисана. Ее истинное имя Бетшива. Повеселись с ней, смертные. Хочу ли я в этом участвовать? У меня и так уже есть портал, честно говоря. Ну давайте мы хотя бы трофеи соберем. Это любопытно. Значит, Заксис — это мать Балбисана. Ага. И Заксис — это тот товарищ, который с нами так обращался? Очень нехорошо, да. Ну что же, мы могли бы поучаствовать, да, раз есть в этом и личный интерес, не только ее, но и мой, вдобавок. Так-так-так, дорогой. Ты натравил на нас своих созданий, но теперь у нас будет другой разговор, совершенно другой. Слуги Заксиса побеждены, и больше Заксис не будет тратить время на тебя. Да. А если я назову твое истинное имя, ты, может быть, что-нибудь еще скажешь? Бетшива. Нет. Откуда ты знаешь истинное имя Заксиса? Чем Заксис может служить тебе, хозяин? Но для начала я прикажу тебе перестать говорить о себе в третьем лице. Наконец-то! Влияние на Ешку заработано. Плюс один. Заксис не понимает, что это третье лицо. Ну ладно, я приказываю тебе открыть портал. Заксис сделает это. Хозяин может смотреть, если хочет, чтобы знать, что Заксис делает это правильно. У нас целых несколько опций. Но это же как бывает, и мы даже влияние зарабатываем. Не уверен, что мне нужно настолько высокое влияние на Нишку, но... Блин, жаль, что с ней нельзя крутить роман. Даже как-то обидно. А те опции, которые есть, меня совсем-совсем не радуют и даже как-то кажутся примитивными. А вот и Хезабель. Что тебе нужно на этот раз? Ты передумала помогать мне? Мне нужно истинное имя матери Балбисана, ничего больше. С одной стороны, я мог бы сообщить имя, да, но с другой стороны, она так нехорошо обошлась с моими друзьями. Да, и водила их вокруг носа, что мне не очень хочется помогать этой случае. Так что, это экспо, а это, возможно, нет. Но, учитывая, что мне не нравится эта вот мадам, мадемуазель, то я помогать ей не буду. Глупая и роковая ошибка. Убейте их. Ха-ха-ха. Ну, это мы еще посмотрим. Номер один. Номер два. It seems we have new friends. И номер три. А также у нас есть что-то под номером 4. Так, Нишка уже приступает сама по себе. Всеобщее нанесение серьезных ран. Ну что же, вы живы. А значит, вас можно ранить, правда? Я надеюсь, типа того. Ага. Вот такие делишки. Да, у нее долгая память. Сообщите ему о наших успехах. Интересно, он оценит или нет? Надо же, мы пропустили комнату, я ее даже не заметил. Хорошо, что возвращался обратно. Да, я не против. У нас есть еще меч, к тому же. Но я думаю, с этими двумя ушлепками мы как-нибудь разберемся, правда? И без всякого шума, и почти без пыли. Сундучок. Вроде не заминирован. Так, это неплохо. А это что? Тоже, в принципе, неплохо. Инферно. Да, штука хорошая, но не про меня. Может, Нишка с этим что-то сделает.
Нет. Наш дорогой? Нет. Она? Тоже, блин, нет. Ну, ладно, я потом продам. А пояс? Только нейтральный может использовать. Плюс 4 сила, плюс 2 защита. Хороший пояс, черт возьми. Ну, привет, дорогой. Я вернулся, а мне тут приз положен или нет? Ах, Ринни и Хазабель побеждены. Их предсмертные крики до сих пор звенят у меня в ушах, словно сладкая музыка. Она сделала так, как мы договаривались. Я предоставлю ему свою помощь. Окей. У меня целых несколько порталов, которые ведут примерно в одно и то же место, но зато у меня и опыта побольше, правда. Так что оно было не совсем зря. Вот если бы я пропустил все это счастье, было бы несколько иначе. Будем надеяться, что другие двери мы не пропустили, правда? Будем. Но проверять все эти коридоры я, конечно же, не буду еще раз, поэтому мы сохранимся и посмотрим, что там. Поехали. Ух ты! Это ж, блин, надо. Ладно, на дело для скриншотов, может здесь будет еще какой-то диалог, кто знает. Пока что у нас в распоряжении лаборатории, ну как в распоряжении, нужно еще понять, как она работает, правда? Тыкаться в шипы, или под шипы, или тем более на шипы, слепую не хотелось бы. That would be the alarm. No doubt warning the inhabitants that there are intruders that need to be violently dispatched. Our presence is now known to the guardians of this place. Let us prepare ourselves. Ага. Потому что ребята уже здесь. Привет, дорогой. Как делишки? Intruders. Unbidden and unwelcome. Are you prepared to pay the price? Ты здесь. Почему меня это не удивляет? You. How you entered this place is a mystery, but it was a mistake. One which will soon be. Why, you have brought gifts. You carry the shards. And one is even lodged inside you. Interesting. Let me take them off your hands. And from your corpse. Ты слишком много о себе, черт возьми, думаешь. Может быть, не зря. Но это мы еще посмотрим. Так, давно я таскаю это счастье. Почему бы мне не воспользоваться? Пока мы тут всякое делаем. Угу. Теперь ты отправляешься сюда. Ты, дорогой, пока кастуешь. Да? Правда? Вроде бы у него получилось. Я надеюсь, типа того. Угу. Давай, давай, поднимайся. Он очень хочет со мной познакомиться поближе. Ж надо, как бывает. Я не очень хочу с ним знакомиться. И вообще это как-то грубо. Так. Натравливаем на него побольше счастья. Я со своей стороны хотел бы немножко воспользоваться моментом, чтобы чернокнижнику помешать. Снять проклятие с тебя, если это поможет вообще. Так, ну ладно. Как у нас здесь дела? Я хотел бы поднять нашего гражданина. Поднять мертвеца. Вот этого мертвеца. А теперь мы ему поможем. Исцелением критических ран. И пусть он сам себе поможет. Пока суд додела, то у него один хитпоинт. Это дело такое опасное, черт возьми. Так. Еще. Заряды множественные. А ты, дорогуша, подойдешь к нему поближе и попробуешь ударить солнечным, может быть, огненной бурей. Ай. Так. Не можешь? Облако замешательства. Ты у нас полярным лучом воспользуешься.
More have come to block our path. А ты развеешь чары какие-нибудь на нем лежащие? Где он там находится? Где-нибудь здесь. Учится. You think you have won? You are fools. The Haven, it is the source of my power. Looks like you're not so tough after all. King of Shadows, my tail. This one has been defeated. But no, it is not the King of Shadows. Perhaps the campaign of the King of Shadows has weakened his power. This was much less difficult than I expected. Что, молчишь? I won't do what you want. There's another way. There has to be. Of course there is. But the only other way is letting its friends die here, now. You're lying. Chandra, even you know that truth can wound more than any lie. You and your allies are stronger than I anticipated. But I will bear these indignities no longer. This entire sanctuary is my weapon. All who are trapped here fuel my power. I can harness the energies of this place, bind them to me. I can summon flame from the walls, turn the air in your lungs to fire. And you, you are nothing more than leaves caught in a storm. Did you really think you could face me here and survive? Что, опять сражаться? It feels it. The lives of those others are about to be snuffed out. In moments, the decision of Chandra of Jero will matter not. And Amon Jero will have this day. It can't be him. It makes no sense. How did he survive? Where has he been and why, after all this time? Do such questions matter when death is so close at hand? The wizard they face is Blood of Jero. It knows this. As for those you travel with, reach out to them. Feel them die. You can't beat him. The only way to do it is to free the demons. They're granting all his power. Chandra? There's a way to stop him, but it's going to require some blood being spilt. Mine. Слушай, дело еще не проиграно, так что просто побереги себя. There's no way I'm letting you die. Not after all we've been through. What do I need to do? It already knows the blood of Jero allows free travel in this place. So it can travel easily to each one caged. But if it wishes to set us free, shedding of Jero blood is all that is needed. Ничего хорошего из этого не выйдет. My, and what is this delightful little present? Oh, my dear, you've cut yourself. Now, why would you do such a thing? Yes, you are almost done. This pain will soon end, and your sacrifice will save the souls of many. Посмотрим, так ли это. This is the end for you. I will bury your bodies in the walls of this place, and leave you to... What have you done? Это не я. No! Tell me he did not just run from us. Oh, he's really making me mad. Know that we must follow that one. If not, he will bring ruin upon us and this plane. If that is Amon Jero, we need to capture him or stop him. If not, he will return and he will not spare us a second time. Так-то оно, конечно, так. I command you, stay. I am your master, your lord. Command me? You command nothing, Jero. But know that it is I who have set your undoing in motion, and with a truth, no less. Whether you die or live, I will see you soon, I think. Okay. Return to the circle!
It binds you, and through it... A woman has undone you, Jero. As it should be. Don't fret. We shall see you again. Непременнейше. Zaxxas is free! Zaxxas will tear you limb from limb, Jero! Then stitch you back together into new shapes with your own sinew. And after that, Zaxxas will cut you and wear your hollowed out skin on my talons like a glove. Every circle broken, and without me knowing it being done. How? No. Ah, Jero. Just in time to see my departure. I did so want to see your face as I slipped from your grasp. You. Who has done this? I must know. By your own blood betrayed, Jero. I would stay and savor your imminent death if I could. But I have already tasted your bloodline, and such a sweet, noble thing it is. Betrayed. But I still have the power to stop it. There is still time. Ты так думаешь? You, answer me. How was this done? You see plots within plots. I command you, answer me. Of all the circles and wheels, plots and deceptions, you still have the audacity to blame me for what your blindness has wrought. I could not have orchestrated such a tragedy as has befallen you, little wizard. I admit a trace of envy winds its way around my heart. Perhaps we shall speak of it in a time not far from now, when you burn upon my fires. But for now, go to the last and see the truth for what it is. Мефазм. What you have done is brave. But foolish, Chandra Jero. You, girl! You did this! My friends, are they... Your friends live, but you will not! You destroyed my summoning circles! You set the deadliest creatures in the lower realms free! You have weakened me. And in so doing, you have earned death. I know, Grandfather. I'm sorry. I'm so sorry. Ты кусок дерьма, дорогой Мон. Grandfather, what is this? It is truth, Amon, and by such truths is one damned. I have no kin. All were killed in the war against the King of Shadows. It's not possible. Blood finds a way, Amon, always. You lie! You know only Jero blood could have broken the circles in this haven, as her blood has now broken mine. There are laws, Jero. And when one carries such laws too far, they will take you where I go now. Ну что, дорогуша, что ты можешь сказать в свое дурацкое оправдание? Привет. Мне приятно познакомиться. His will has been broken by his own hands. His threat to us is over. We should be cautious. Even with the demons gone, this place is still tied to him. Если бы ты только подождал, и один раз поговорил с нами, когда начался этот хаос, она была бы жива. Is revenge what lies behind your words? Do you think I do not know that? Yet even knowing our conflicts, what could happen? You chose to bring her here. Just a girl, and the last of my line. But stay your weapons, your spells,
lest this tragedy give birth to another. Kill me now, and this place will collapse, and we will all die. In my blindness, I have done a great wrong. Perhaps it is not too late to rectify it. And where one was lost, I still might save you all. Only a fraction of power remains in my haven. But it will be enough to take us from this place. Чертов ублюдок. So that's Amonjero. Not dead after all. Glad we made sure of that before running into his labyrinth of demons. Yes, he is alive, and he is much more powerful than Tails ever indicated. More powerful than some wizard, anyway. More powerful than you, Quara, and you would do well to believe me. So what now? We imprison him? Throw him to the watch? Tell me you're joking. He'll send the entire district to the abyss, and then he'll come after us. Justice must be served. But I am not certain he would find justice within Neverwinter's walls. We could throw him off the docks. I say we get what we need from him, then take care of him. No one needs to know. He murdered Chandrajero, and he must answer for it. But we will not answer murder with murder. I'm sorry. I still don't understand what went wrong. Was there no way to stop Chandra from doing what she did? It just makes no sense. There is no sense to be made of it, Grobnar. Now we must simply accept. It is our leader I am worried about. The will of Amonjero is broken, and this makes him dangerous. But no, it also makes him of use. Да. Это сволочь убила Шандру, но, я так понимаю, он именно тот товарищ, который успел завершить тот ритуал, который нам нужен, с тем камнем, который был уничтожен, до того, как его уничтожили. Так что, выходит, без него мы не сможем обойтись. Ответить он, конечно, должен, но боюсь, что мы вынуждены с ним сотрудничать. Сегодня уже было достаточно смертей. Я предпочла бы проявить милосердие. Do not show Armin too much mercy. One such as he may not find such things of use or comfort. Know that Armin is the enemy of the Githyanki, and all he has done to fight the King of Shadows. It would be well for us to share words with him. If his knowing becomes ours, our strength increases. Speak to him and see where his allegiances lie. Why did you bring her to my haven? Even though she was of my bloodline, you knew she did not have the strength to survive there. Она бы выжила, если бы ты не убил ее. If you had known what you were walking into and left the matter to me, she would be alive and I would still be at my full power. But yes, I bear responsibility for her death. The Jero bloodline now only resides in me. And the King of Shadows, he has won a victory against us this day without striking a blow. Что ты делал в убежище? I have fought the King of Shadows before. As soon as I became aware of the threat he represented to Neverwinter, to the realms, I fought him. I have made pacts. I have studied him, tried to learn his weaknesses and the extent of his power. And always it has been a war with few victories. Surely you know of the ritual of purification. You should know that I have performed part of the ritual myself already. Without it, we cannot strike at the King of Shadows, and the battle is lost before it begins. Мне знаком этот ритуал, но, похоже, этого недостаточно. The King of Shadows is no mortal creature. He is not human. More a force than anything else. But there is something that can harm him. Those shards you have, they are part of the Sword of Gith. Kalakcha. Once the King of Shadows was driven back by Githyanki warriors wielding hundreds, maybe thousands of those blades. But the Sword of Gith is more than a simple silver sword. It can wound the King of Shadows, like it did once long ago. A part of the blade got lodged in your chest in the battle in West Harbor when you were a child. And whether you like it or not, you are now that weapon. The more shards you gather, the stronger that weapon becomes. Together, we can stop the King of Shadows, and we must. И почему же я должна доверять тебе?
Because you have no choice. And because if you know anything about me, you know that all I have done has been to fight the King of Shadows and to protect Faerun from him. I have completed part of the ritual of purification. If you kill me, the battle is lost as soon as my heart stops beating. Without me, you cannot win. Whatever punishments you think I deserve, I will suffer a thousandfold, well beyond anything your small mind can imagine. But I will strike at the King of Shadows before I leave this plane, and you will have no stronger ally than I in this, both in knowledge and power. Единственное, что меня останавливает, это как раз этот прискорбный факт. Но как только ты станешь бесполезен, я надеюсь, у меня будет способ отправить тебя на тот свет. Навечно. Мне это не нравится, но мне нужна твоя помощь. Then we must gather our forces against the King of Shadows. Even now, his presence is extending from the Mayor of Dead Men. The high road has become impassable. My scouts, now vanished, reported legions of shadows and undead stirring within the Mayor. And a sphere of darkness expanding from the heart of the swamp, killing all life it touches. We cannot stop him alone. With my powers weakened, my demons are no longer bound to me. You will need an army to face him. Да, вот такие делишки. И у меня, конечно же, есть некоторые идеи. Также не мешало бы прокачать наше убежище, но всем этим мы будем заниматься как-нибудь потом, правда? Я не знаю, насколько большие шансы того, что я смогу вернуть себе вещички, которые были у Шандры. Возможно, не очень большие. Может быть, где-нибудь есть сундучишка или мешок с этими пожитками, которые могли бы, по крайней мере, помочь нам в смысле продажи и, соответственно, финансирования здешних улучшений. Но об этом мы узнаем в следующий раз. Пока что я смотрю непосредственно на OBS, и мне OBS говорит, что прошло уже 2 часа 25 минут, и пока мы тут разговариваем, пройдет 26, а может быть и 27. Я не знаю, как мы будем это монтировать. Может быть, у нас будет часовой эпизод, наверняка, скорее всего, а может быть, даже и больше, чем часовой, но разрезать это надвое мне не хотелось бы, так что надеюсь, вы это оцените. Как сложится дальше событие, время покажет. Ну а пока мнения и советы без крупных спойлеров принимаются все комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Поделиться эпизодом тоже полезно для моего любительского видеопродакшена. С вами был Last of Umari с канала Last of Umari Беларусь. До встречи в следующий раз и спасибо за просмотр.